Всем привет, меня зовут Татьяна Данчишина, и я спешу поздравить всех, кто молод сердцем, душой, телом и, конечно же, своими мыслями с Днем Молодежи. Друзья, я желаю вам как можно больше активности и позитивных впечатлений в жизни, и получить их, кстати, в числе прочего, можно в рамках форумной кампании. Мне, к счастью, довелось побывать сразу на нескольких форумах, таких как «Территория смыслов Таврида», а в прошлом году даже на фестивале «Таврида Арт», и я хочу вам искренне и честно сказать, что это замечательное мероприятие, и впечатления от них ни с чем больше не сравнятся. Желаю вам также оказаться в числе участников, пробовать, активничать, развиваться. Всего самого лучшего! С Днем Молодежи, друзья!